Помогите! Кто-нибудь! Эй, отпусти его! Мир вокруг жесток. И он становится все более жестоким. Этого никак не изменить. Эй, есть тут кто? Измениться должен ты сам. Случилось невероятное. Смотри, что я нашел. Тут что-то написано. Открой Google-переводчик. Это значит меч Артура. А это не тот самый меч в камне. Александр Эллиот! Это ты вытащил меч! Королевству грозит смертельная опасность! До затмения солнца 4 дня. И тогда Моргана войдет в мир живых. И я должен остановить ее? Это шутка? Мне 12! Я думал, Мерлин старик, а тебе на вид лет 16. Искусная маскировка, чтобы тайно наблюдать за тобой. Ты должен собрать отряд рыцарей. Рыцари Артура, чтобы быть равными, сидели за круглым столом. И смотрите. Бедерс, разложи стол. Видите? Господи, ну ты и зануда. Это судьба. Пятером нам не справиться. Нам нужна армия. Кто пойдет с нами? Какой позор. Это, конечно, вместо урока. Восстаньте, мои воины. Это худшее и лучшее. И самое ужасное и классное, что случалось со мной. Ты где так водить научилась? Видеоигры. Мам, ты только не бойся. Владычица озера, верни Экскалибур.